Настала сентябрь, середина сентября. Это амурский виноград. Его очень много. Это одно растение шириной 12 метров, высотой также 12 метров. Закрывает всякие постройки живой стеной. Винограда очень много, килограммов 50 с одного растения собрать. 18-летнего возможно. Его очень много. Это растение покрывает все. Я Сулейманов Наиль. Подписывайтесь на мой канал. Биолог, Ленинградский университет. Это амурский виноград. Вся сосна до макушки покрыта амурским виноградом. И море винограда. Это все одно растение. На сосне до самой макушки, также на еле. Вот елка вся тоже начинает покрываться. Я не особенно давал возможность, но тем не менее. Она на другую сосну пытается перелезть. Также вся поляна, здесь несколько сосен, штук 7, и вот она идет там дальше, покрывает туи. Растения огромные, винограда очень много. Очень красивые растения. С огромными листьями, красивыми. Я Сулейманов Наиль. Подписывайтесь на мой канал. 14 сентября будем собирать виноград. Этот виноград еще не дозрел. Еще неделю нужно для того, чтобы он дозрел. Но для семян, для посадки рассады и для компота годится. Виноград где-то полтора до полутора сантиметров. Очень сладкий, ароматный, как Изабелла. Дикий виноград. Сейчас идет потихонечку дождь, поэтому я не стал собирать. А собираю в течение вот минуты. Столько сорвал с одного места. Это с одного растения. Ну, можно, короче говоря, собрать от 20 до 30, до 50 килограммов. В этом году очень много его. Может быть, 50 и соберу. Но погода не позволяет. Дрозды здесь рядом. Тоже любители винограда. Прямо заглядывают в этот ящик. Настолько они непуганные. Я Сулейманов Наиль, биолог, Ленинградский университет. Подписывайтесь на мой канал, будете узнавать много интересного об амурском винограде, о княженике 10 сортах, о морожке сортовой. Все такое вот интересное, необычное растет у меня. Также красника растет с Дальнего Востока. Подписывайтесь, чтобы не потерять.